Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый вечер. В сетевом бизнесе неизбежно наступает момент, когда ты развиваешь бизнес, когда тебе надо будет проводить какие-то мероприятия. Неизбежно. Если ты строишь бизнес, если ты стремишься к успеху, если ты подписываешь людей, продаешь продукт, если у тебя появляется клиентская сеть, дистрибьюторы, возникает момент, когда надо организовывать людей, а значит проводить какие-то мероприятия. Если ты начал с нуля, то это на тебе лежит. А если ты пришел в организацию, которая уже работает, значит ты подключишься к каким-то мероприятиям. Очень важная, серьезная, большая тема. Она описана многократно в разных учебниках.